В 20-м доме на улице Маковского проживают нетипичные жители. Они не только хорошо знают друг друга и здороваются при встрече, но даже проводят вместе свободное время и отмечают праздники. Перед Новым годом в их подъезд пришла настоящая сказка. Праздничные украшения жильцы делали сообща. Наша идея украшать подъезд – это вот одно из таких вот добрых дел, потому что сейчас очень много негатива стало в интернете, да, ну и не только. И хочется людям поднять дух, дать какого-то вдохновения. И да, и вот мы вместе с Анной и с нашей большой компанией, у нас очень дружные соседи, создаем вот эту красоту. Праздничное убранство оценили не только жители дома, но и члены жюри конкурса «Наш подъезд встречает Новый год», который организовала Общественная палата района. Их совместная работа заняла первое место. Кроме награждения победителей праздничного соревнования, в повестке планового заседания общественников были и другие вопросы. Номер один – уборка снега. Ситуация находится под контролем, заверил собравшихся Андрей Журавлев, заместитель руководителя городской администрации. Очисткой дорог в поселении занимаются три организации: в Трехгорке – СДМ, коммунальные услуги в микрорайонах 4-5-5А. За остальную часть города отвечает МБУ «Одинцовское городское хозяйство». Было закуплено 9 тракторной техники, это МТЗ 320 для МБУ, 3 фронтальных погрузчика ЕЛАЗ, 1 КДМ – коммунальная дорожная машина на базе газона. Всего было закуплено в этом году 14 единиц техники. Всего же на очистку города от снега привлечены 47 единиц техники и около 300 человек. Число людей в ближайшее время планируется увеличить. Андрей Журавлев отметил, что ошибки прошлого года были тщательно проанализированы, и в этом году их удалось избежать. Вопрос уборки снега в Одинцово находится под постоянным контролем администрации.